Импульсом для первой выставки была тема «Сочи – гостеприимный город», потому что в этот период как раз готовилась программа олимпийская с таким названием. И об этом мечтал Вячеслав Александрович Воронков, от нас, к сожалению, ушедший в предыдущем перед выставкой году. Таким образом, у нас все соединилось. И темы гостеприимного города, и воспоминания о прошлом Вячеслава Александровича Воронкова, о нем воспоминания, мечты о будущем наших молодых, будущих горожан. К выставке присоединились москвичи, ростовчане, волгоградцы. В этом году впервые принимают участие Ивановский политехнический университет. Работы на разные темы посвящены гостеприимству нашего города. Конечно, воплотить идею в жизнь очень сложно, но на выставке присутствуют и почти готовые к реализации проекты. Например, «Сочи коннектор» Елены Ксантиниди. Это городская навигация для гостей и жителей города с разными целями, для разных возрастов и даже маршруты здоровья. Выставка будет работать до 12 июля.